Петербургское радио в цикле «Незабываемые концерты» предлагает вашему вниманию концерт английского пианиста Джона Огдена, записанный по трансляции из Большого зала Ленинградской филармонии 29 ноября 1963 года. Бетховен, соната номер 3, до мажор, сочинение второе, номер 3, в четырех частях. Thank you.
Thank you.
В исполнении Джона Огдена прозвучала третья соната Бетховена. Шуман. Этюды в форме вариаций. Сочинение 13-е. Thank you.
Thank you.
Вы слушаете концерт пианиста Джона Огдена, записанный по трансляции из Большого зала Ленинградской филармонии 29 ноября 1963 года. В исполнении прозвучали этюды в форме вариаций Шумана. Шопен, соната номер 3, си минор, сочинение 58 в 4 частях. Thank you.
Джон Огден исполнил третью сонату Шопена. Вы слушаете концерт Джона Огдена, записанный по трансляции из Большого зала Ленинградской филармонии 29 ноября 1963 года. В включении прозвучит третье скерцо Шопена. Thank you.
Thank you.